стартовал матч за третье место в лиге Серебряной между командами «Строитель А» и АЭС «Сызрань-2». «Строитель» в белой форме, «Сызрань» в синей. И сейчас мяч у «Строителя». Передача в центр, 15 номер отпасовал назад. Неплохой разворот от 12-го. Перспективная атака развивалась вроде, но перехват. Перехват и нарушение правил стороны 5-го номера. Штрафной удар в пользу гостей из Сызрани. Демин разыгрывает с Латышовым, получает обратную передачу. Пас до штрафной его уже низом не доходит. Комментирует матч для вас Руслан Гарафутдинов, друзья. Арбитр встречи Иван Киселев. Мяч уходит в аут. Достается АЭС «Сызрань-2». Латышов поднял мяч вверх. Здесь Демина опережает соперник. И здесь что, угловой зарабатывает «Строитель», первый угловой в матче. А, нет, мяч, оказывается, в аут ушел. В аут ушел почти у углового. У точки подачи углового. Позиционная атака и пошла передача верхом на дальнюю штангу. Здесь номер 11, у самой лицевой. Разворачивается, но упускает мяч за линию. Сейчас аут в пользу АЭС «Сызрань-2». Не получается вынести. Подбор забирает хозяева. Передача назад. Снова позиционная атака. Продолжает катать мяч. Здесь перехват. Нет, здесь было нарушение. Как раз со стороны Демина. И штрафной в пользу «Строителя». Передача верхом. Здесь не дотягивается до мяча нападающий под номером 11. И что, удар от ворот. Или нет, угловой. Угловой, оказывается, мяч коснулся игрока гостей. Хорошая подача, но ближней штанги выносится мяч. Подбор забирает 12-й. Играет на коротке. И удар рядом со штангой. Мяч проходит, но там как будто все контролировал голкипер. И снова мяч там где-то в кустах, что ли, застревает. Но ненадолго, благодаря стражу ворот команды АЭС «Сызрань-2». Разыгран мяч с ближним. Это Демин. Демин пытается по флангу пройти. Передача в центр. Здесь Латышов. Поднимается выше Латышов. Идет дальше. На фланг отдает передачу. И будет навес. Здесь жестко встречают подающего под номером 12, но угловой, как я понимаю, зарабатывает АЭС «Сызрань». Передача низом, мяч вносится, Латышов бьет сходу, сильно выше Латышов пробил, но момент был перспективный для гостей. Карапетян отдает на левый фланг. Хорошая передача между двух соперников. Здесь уже слишком широкую позицию занял
Колесников, как я понимаю, под пятым номером играет. Демин. Передача рискованная, но удалось зацепиться вроде бы, но ненадолго гостям. Колесников. Колесников встречает, мяч отскакивает к своему. Передача неточная, ошибка у своей штрафной площади. Можно попытаться наказывать, пробрасывать мяч себе на ход. Номер 12, это, по-моему, Захаров. Колесников. Назад. Есть варианты, есть предложения. Там хорошее забегание, но передача слабая. Пошла. Сразу же в отбор вступает. Игроки строителями возвращают себе владение. Классный проход может быть. От 11-го передача в центр. Карапетян. Сразу в касание вперед. Еще и удобно. Продолжается атака. Здесь номер 8 оказывается перед воротами. И не попадает в створ. Не попадает в створ. Момент был великолепнейший. Для того, чтобы открыть счет. Но по-прежнему мы пока без голов. От ворот. И снова ошибка при выносе. Забирает мяч. Номер 15 дает направо Колесникову. Колесников, сильный прострел. И мяч даже рядом со штангой проходит. Но вот всем своим видом голкипер АЭС Сызрань показывает, что ситуацию он полностью контролирует. Снова находит Демина. Предпочитает именно с этим игроком разыгрывать мяч вратарь. Снова 15-й там перехватывает все в центре поля. Не дают вынести они мяч сопернику. Есть Карапетян. Снова ошибка в передаче. И что, снова угловой? А нет, удар от ворот. Нет, угловой, угловой. Все правильно, арбитр все видел. Будет введен мяч из-за боковой в игру. Пытаются за мяч в атаке все-таки зацепиться гости. Пока преимуществом, конечно, по стартовым минутам владеет строитель А. И моменты создает, и мяч контролирует достаточно неплохо. Ну, изредка бывают, конечно, ошибки, вот как сейчас. Но сразу же вступает в отбор и возвращает себе владение. Вот и Шов поднялся выше, чтобы попрессинговать. Демин. Мяч оказывается у голкипера. Вынос высокий. Здесь прием подвел немножечко десятку. А я Сызрань, передача направо. И здесь ошибка снова в передаче. Пытается черт. Сейчас игра возобновляется. Мяч возвращается строителю. Карапетян отдает на фланг. Из передачи уходит в аут. Передача в центр. Здесь свежепоявившийся номер 20. Неплохо обыграл и сразу натыкается на отбор.
Аут. Зарабатывает строитель. Это Колесников. По-моему, он за боковой мяч вводит. Заброс, удар с разворота. Там все надежно. Все надежно у гостей. Сильный вынос. Здесь падает вратарь. Удар в сторону ворот. И нужно забивать уже. И спасает Карапетян. Выносит мяч с ленточки. 21 номер команды. Строитель. Великолепное спасение. Вот так вот заигрался строитель немного. Такую атаку пропустил. Великолепный шанс был у АЭС Сызрань 2 для того, чтобы вперед выйти. Разыгран мяч с углового. И что там? Листок арбитра. Еще одна попытка. Мяч катился там. Подача. Латышов не успеет. Контратака у строителя. Это Колесников. Отдает налево. Еще одна передача в центр. Здесь вступает в отбор 10 номер АЭС Сызрань. Колесников смотрел по сторонам. В итоге отдал назад. Карапетян. И пошла передача на номер 20. Здорово, Колесников сохранил мяч в поле. Вдоль правой бровки проходит Латышов рядом. Не дает Латышов передачу штрафную исполнить. И у нас здесь пауза небольшая воцарилась. Сейчас ждем, пока найдет мяч игрок строителя. Заброс, мяч за штрафной не доходит. Чернаков играет головой. Вынос на противоположную бровку, и мяч оказывается за линией аута. Должны сейчас вести мяч в игру игроки АЭС Сызрань 2. Ну что, друзья, постепенно первый тайм уже у нас к завершению близится, и счет пока не открыт. Были отличные шансы и у тех, и у других. Карапетян нет, оставляет мяч партнеру, но он должен достаться соперникам. Нет, строитель поторопился. Заброс. Здесь Латышов в эту зону не пошел. Карапетян, нужно хладнокровие проявить. Прессингует его 63 номер команды АЭС Сызрань 2. Передача в центр. Есть пространство. Пошел пас на ход Колесникову. Латышов успевает вернуться, но Колесников все равно с мячом. И бьет Колесников. И спасение какое совершает голкипер. Великолепный сейв. Еще один шанс строитель упускает. И будет угловой. Будет угловой. Все игроки строителя у штрафной площади соперника. Подача. Подачу удачной никак не назовешь. Передача назад. Голкипер покидает свою штрафную площадь. Здесь ошибка. Вратарь
подстрахует, подчищает передачу на Колесников. Колесников дальше вперед скидку делает вдоль бровки и сейчас может обогнать. Удается ему это сделать, и передача, и удар есть. Удар. Мяч в створ не пошел, конечно, но вратарю отдельная порция аплодисментов за такой прыжок. Передача на Чернакова, на Чернавина неточная. А вот шанс, удар, Карапетян блокирует. Еще один будет? Нет, пока, пока удара нет. Передача в центр, удар, не получается попасть по мячу 10-го. И вынос. Следует вынос в аут. Подача из аута, здесь не дается зацепиться. Да, не удается долго мячом завладеть на чужой половине поля команде АЭС Сызрань, но здесь вот Ишов. И мяч остается в поле, кстати, удар с лицевой линии практически с нулевого угла. Падает в сетку с внешней стороны. Карапетян, скидка доходит до адресата. Передача назад защитнику. И вот он пошел пас на ход. 11 номер сменил здесь прописку с амплуа с левого на правый фланг переместился. Удар с разворота Демин блокирует. Вынос в падении. Еще один удар. Штанга. Какой шанс. Еще один создает строитель. Пока не везет. Пока не везет. Либо голкипер, либо каркас ворот приходит на помощь АЭС Сызрань. Здесь Демин пошел до конца. Будет пытаться прессинговать соперника. Так нельзя делать, Ефим. И что там у нас? Аут. Пользу команды гостей. Карапетян. Передача, но не точная. Удар. Потерял обувь. Нападающий. Куда? Куда? После этого удара вроде удар не такой сильный получился. Загайнов. Касание направо. Снова Загайнов с мячом. Дача на Карапетяна. Ну поджимайте, Карасав! Ну что ты идешь пешком сзади? Разрыв у вас! Заброс. И вот он шанс. И удар сильным не получился из-под защитника. Вынос. Здесь Демин. Нужно мяч принимать. Нет, мяч перепрыгивает через Демина и уходит за боковую. Загайнов. Загайнов ставит корпус. Поднимается выше Загайнов. Нужно забегание. Есть забегание. Передача на фланг. Подача с левой ноги. И следует все-таки вынос. Вынос на угловой. Еще один стандарт. Строитель зарабатывает. Продолжает висеть на воротах соперника. Демин играет головой. И все. Первый тайм у нас завершается с нулевым счетом. Стартовал второй тайм матча за третье место Серебряной лиги между командами АЭС Сызрань 2 и Строитель А. Счет у нас пока ничейный, каким-то чудом удалось такой результат командам удержать. Было моментов, конечно, больше у Строителя. Вот сейчас Загайнов отдает на фланг.
атакует строитель, снова начинается тайм с их атакой и вынос Ваут. Да, были великолепные моменты, были спасения голкипера АЭС Сызрань, и в штангу попадали нападающие строители. Здесь сейчас Брагин отдает направо. Неплохой прессинг видим со стороны АЭС Сызрань. АЭС Сызрань тоже отвечал, не отсиживались в обороне по возможности. По возможности шли вперед, создавали моменты. Здесь вынос. Вынос мощный за боковую. Заброс, Демин головой. Еще раз Ваут выносит. Прострел и мяч уходит в, кстати, от ворот. Не был угловой. А нет, угловой, угловой все-таки назначает арбитр. Колес, иди в штрафную. Саш, иди в штрафную. Передача. Гараев пропускает удар. Карапетяна сильным не получается. Еще есть отскок, мяч пошел. Вратарь снова справляется здорово. Отправляет борьбу своего партнера. Номер 10 там прессингует Карапетяна. Мяч взмывает воздух и оказывается за лицевой. По-прежнему счет ничейный, друзья. Брагин разыграл с Карапетяном. Карапетян Гараеву. Гараев. Передача в центр. Снова атака строителей. Это Сафин. И Демин хорош. В отборе. Загайнов. Гараеву. Много пространства перед ним, но Гараев сразу передачу отдает в центр. И удар рядом со штангой. Мяч проходит. Тихонов. Хороший шанс был у него, но в ворота не попал. И удар от ворот. Здесь два Демина, как я понимаю, в составе АЭС Сызрань. Один голкипер, один под номером 88. Передача на Гараева. Гараев. Классный отбор. Причем чистый. Сразу передача вперед. Не находит своего адресата. Еще один заброс. Брагин забирает мяч. Это Сафин. Пас слишком сильный. Чуть-чуть буквально не точный на Гараева. Сарваров сейчас на поле появился. Это Гараева, номер 7, вместо 11. Неправильный мяч введен из аута. И сразу вперед Тихонов. Тихонова жестко встречает, но все-таки нарушение было со стороны Микрюкова и штрафной удар. Сарваров у мяча. Нет, не Сарваров. Загайнов будет исполнять стандартное положение. Загайнов низом пытается в ближний угол. Мяч снова отскакивает к Загайнову. Загайнов против Микрюкова прокидывает себе мяч. И можно бить, попадая в спину Латышову. И вынос. И все-таки вынос. Но что там было? Нарушение правил, что ли, было? Да, фол в атаке. Сафрон-центр. Фол в атаке со стороны Карапетяна. И штрафной удар в пользу гостей. Демин. Мощный, сильный вынос. Здесь головой Гараев выносит. Загайнов подбор. Гараев, видимо, опустился в защиту, а его место слева в атаке занял вышедший на замену Сарваров. Здесь удар Демин отражает на Демина.
И здесь неразбериха в штрафной площади. УАЭС Сызрань, удар Сарварова. И Тихона бьет и снова спасает команду голкипер. Еще одно великолепное спасение. Угловой. Угловой Загайнов исполняет. Есть подача, мяч отскакивает снова к Загайнову. Загайнов принимает, пытается Микрюкова обыграть, но Микрюков-то не так прост. И здесь отталкивает корпусом Загайнов. В итоге играет жестко. Что ж, Микрюков свою спортивную обувь потерял. Нарушены правила ввода мяча из аута. Микрюков сыграл на Захарова, тот в центр подарил мяч Загайнову. Черная прессингует. Загайнов протыкает мяч назад. Гараев в итоге подключает Брагина и вынос в падении. Латышов забирает подбор, загружает мяч ближе туда, в штрафной площади соперника. Все-таки есть вынос и устремляется Тихонов к мячу. Домен, передача, вперед. Микрюков. Микрюкова Тихонов очень быстро накрывает, вынуждает ошибиться Сарваров. Загайнов Тихонову можно отдать, но на Сарварова. Тихонов уже у ворот. И положение вне игры зафиксировано. Ну ты не видишь, он вне игры. Демин выполняет заброс. Чернавин принимает, но ненадолго. Снова с мячом. Снова мячом владеет строитель. Сарваров в центр, здорово, на второй темп, и удар Загайнова, наверняка уже в угол мяч летел. Немного разминулся, рядом со штангой, в сантиметрах буквально прошел. Демин разыграл с Деминым. От ворот. Проходит Демин далеко и отдает передачу. Снова, к сожалению, неточную. Пока во втором тайме АТС Сызрань 2. Мы осмысленных атак видели минимум, если вообще видели, конечно. Чернавин. Чернавин, передача, удар по воротам. И вот, наконец-то, был явный шанс у гостей из Сызрани для того, чтобы счет открыть. Но прощают сейчас они своих соперников. И счет по-прежнему ничейный 0-0. Короткий розыгрыш от ворот. Сафин в центр. Здесь можно снова доиграться. Чернавин бьет не сильно. Не создал проблем голкиперу. Микрюков забирает подбор. Сарваров рядом с ним. Микрюков сейчас из-за боковой мяч ведет в игру. Чернавин дальше в штрафную, там никого не оказалось из партнеров, и пошла передача вперед. И можно убегать, если мяч в поле останется, мяч остается в поле. И здесь нет, здесь успевает вернуться защитники и помешали Сафину исполнить передачу в центр. Демин снова перехват от строителя, еще одна попытка атаковать. Снова правым флангом, но не хватает поля, мяч ушел за лицевую. Удар от ворот. Демин налево.
ходит передачи партнера. И снова борьба, и снова она проиграна. Это Сафин. Сафин, и все-таки Латышов. И все-таки Латышов подчищает. А здесь неплохая комбинация на левой бровке. Удар не получается. Пришлось тянуться к мячу нападающему под номером 9. Поэтому акцентированного удара не получилось. А здесь Загайнов снова Латышов. Здорово перехватывает. Выставляет ногу. Сафин сейчас больше времени проводит в атаке. И завозился с мячом игрок строителя. Капитан на Сафина. Голкипер хорошую передачу отдавал, но Гараев, к сожалению, ее был не готов принять. И Крюков поднимает мяч вверх. Снова аут. АЭС Сызрань 2 зарабатывает. Заброс. Расстрел не получится. Карапетян здорово. Очень плотно опекал своего оппонента. Здесь передача не очень хорошая. Направление Гараева. И как он не смог бы ее принять. И замена. Колесников появляется на поле. Сафин. Центр. Передача. Здесь Латышов мешает. Мешает развивать атаки соперников. Аут в пользу строителя. И Крюков ожесточенно борется. Все-таки мяч отправляется за боковую. Достается снова АЭС Сызрань. Демин с мячом. Передача в центр. Там серия рикошетов. И вот шанс. И вот удар-то будет. Нет, удара не будет. Карапетян помешал в последний момент. Вспомнить удар по воротам. Удар-то будет, но только от ворот. Угла вратарской. Разыграна на коротке. Передача на Гараева. Гараев на левом фланге. Передача на Загайнова. Загайнов возвращает Гараеву. Передача не очень хорошая получилась. Гараев. Мяч остается в поле. На Колесникова. Колесников играет в центр. Здесь Карапетян в касании ошибается. И здесь удар не сильный, но мяч все-таки оказывается в воротах. Мяч все-таки оказывается в воротах. Это нападающий под номером 10. Забивает. Вроде контролировал полностью игру строитель, но забивает АЭС Сызрань в одной из своих редких вылазок к воротам соперника. Ну что, нужно сейчас реализацию свою, конечно, подправить хозяевам, имею в виду строитель. И думаю, проблем не составит сейчас сравнять. Ну, молодцы, молодцы, настоящие бойцы из Сызрани. Индивидуально, как будто все-таки строитель смотрится сильнее. И игра у них более стройная. Хорошие перепасовки, да, с небольшими огрехами, но все же. Но вот по бойцовским качествам, пока благодаря бойцовским качествам Сызрань впереди. А вот здесь передача Сафин на второй темп. И удар, и гол. Вот как я и говорил. Загайнов, передача Сафина пошла. Шел пас на второй темп на линию штрафной площади. И под перекладину Загайнов отправляет мяч. Быстро, быстро сравнивает счет строитель. И все начинается сначала. Демин. Там никого нет из партнеров. Впереди. Мяч у Гараева.
Гараев уходит на фланг, обыгрывает Микрюкова. Латышова тоже обходит. И прострел. Мяч в центре. До удара-то не дойдет дело. К сожалению. Гараев в прессинге. Активничает. Мяч уходит на угловой. И Загайнов подает на ближнюю штангу. Все почему-то отвернулись от мяча. Защитники Микрюков и Латышов. Передача уже низом. Латышов встает на пути. И удар. Удар с линии штрафной. Не точно. Демин. Сильный заброс вперед. Головой в обороне надежно. Здесь Загайнову удастся мяч принять. Нет. Сразу его встречают. Гараев. Центр Загайнову. Сам пошел открываться Гараев по флангу. Но Загайнов на другой фланг отдает. Демин в падении. Попадает в Латышова. Сафин не выключается. И удар-то будет? Нет, не будет. Хорош Демин. Снова самоотверженно на мяч бросается. Аут. Позже строителя. Загайнов. Касание. Сафину. Латышов здесь на пути мяча. Снова Загайнов. Загайнов, Гараев. Есть один совершенно. И нужно забивать. И забивает. Гараев выводит вперед команду. Строитель. Загайнов еще и голевую передачу записывает на свой счет. Два-один. Строитель. Вот. Нужно было им пропустить, видимо, для того, чтобы все-таки завестись и два мяча ворот соперника отправить. Ну, сложно сейчас, мне кажется, будет отыграться. АЭС Сызрань 2. Мяч уходит за лицевую. Загайнов в опорной зоне уже мяч получает, но быстро его теряет Загайнов. И атака-то продолжится? Нет. Здесь не было, кстати, нарушения. Откат был легитимный. Сафин борется здорово на правом фланге. Передача в центр. Тихонов. Тихонов быстрее. Нужно на Гараева отдавать. Гараев на углу штрафной площади. Забивает второй мяч. 11 номер команды «Строитель А». И удваивает свое преимущество. 3-1. Голевую передачу на свой счет записывает Тихонов. Вот и шел здесь уже просто. Забрасывает мяч туда, на половину поля соперника. Снова Загайнов. Играет на Колесникова. Тут дальше на фланг Гараеву. Гараев красиво, красиво ходит у Захарова. Захарова передача вперед. Тихонов один перед воротами. Не смог Демина переиграть. Спасение голкипера. Очередное спасение голкипера. Снова выручает он свою команду. Загайнов подает на ближнюю штангу. Латышов выставляет ногу. Загайнов назад. Гараеву, который на соперника натыкается. Мяч уходит в аут. Латышов идет мяч в игру. Делает это неправильно. И Гараев отвечает ему тем же. Барабан,
Гараев не с того места ввел, так все делал правильно. Вот сейчас передача Анны Тихонова, рядом с ним плотно играет Латышов. И все, друзья, поздравляем строителя А с бронзой в серебряной лиге, 3-е место.